Премьера на национальном телевидении. Программа «Открытый регион» с Натальей Володиной. Вы узнаете о том, что такое электронный город и безопасный двор, что такое открытый муниципалитет, какие информационные технологии жители республики могут получить на муниципальном уровне, в том числе на едином портале государственных услуг и в многофункциональном центре. Гости студии – заместитель главы администрации города Чебоксары Алексей Маклыгин и заместитель директора бюджетного учреждения «Чебоксары Телеком» Андрей Южанинов. Смотрите 21 июля в 20 часов 30 минут. Аудиоверсию программы слушайте на национальном радио 23 июля в 20 часов 30 минут.